продолжу фразу Ивана Константиновича Вазовского. Это не шутки. Мы встретились в маршрутке. Дальше не помню. Я календарь перевернул. Дней, каких-то дней. Каких-то дней. Кто такой Вазовский? Отлично, до свидания. Ну что ты, братишка, прийти? Обида, обида, залита в груди. Да. Да. А дальше? Ну это же Вазовский, правильно? Да. Продолжи известную цитату Ивана Константиновича Вазовского. Красота природы в наших руках. Можно кого-нибудь другого попросить? Детство, детство, ты куда бежишь? Где, там, где уютный уголок, что-то такое-то, короче. И да. Не помню, честно. Хорошо, он же написал и «Снова седая ночь» и «Только». И «Только ей доверяю я». Да. Айвазовский, правильно? Да. Это не шутки, мы встретились. Маршрутки. Айвазовский написал? Нет. А кто такой Айвазовский? Писатель. Продолжи фразу Ивана Константиновича Айвазовского. Ну что ты, братишка, притих? Я не помню, честное слово. Ну, а хорошо. Что ты, ну, что ты, братишка, не помню. Известно. Ну, не помню он же написал, а «Ночь по улицам прошла». Да. Да я не помню. И концовку не помнишь? А-а. От праздника спокон веков. Не помню, не помню. Это не шутки, мы встретились. Маршрутки. Вот. Это же Вазовский, правильно? Да, ты верно. «Ночь по улицам прошла». Понятия не имею, какое там продолжение. А кто такая Вазовская, не вспомните? Художник, маринист. Скажи-ка, дядя ведь недаром? Москва, спаленная пожаром, французы. Это не Вазовский, это Лермонтов. А кто такой Вазовский? Это художник. Она вернется. И останется с тобой на всю жизнь. Иван Константинович Вазовский, известный художник, маринист, автор картины «Девятый вал». И уж точно не автор строк «Это не шутки, мы встретились в маршрутке». Ребят, маринист, художник.